Как выращивать арбузы в открытом грунте? Расскажем, как выбрать место посадки, подобрать сорт и подготовить семена, высадить и прорастить, а также когда надо переносить саженцы на участок. Арбузы в южном регионе, в средней полосе или в северных регионах. С чего начать? А начните с выбора сорта арбузов под ваш регион. Везде, кроме южных регионов, приживаются гибридные сорта. Они не отличаются от сахаристых южанинов по вкусу, зато устойчивы к перепадам температуры и изменениям интенсивности осадков. Как подготовить к выращиванию арбузов грунт? Выбрать место посадки, подобрать сорт под тип региона, подготовить семена, высадить и прорастить, а затем уже переносить саженцы на участок. Семена арбузов обработать в растворе перекиси водорода или марганцовки, если производитель не указал другие методы обеззараживания. Обязательно проверяйте сертификацию семян, сейте только проверенный материал. Подготовка арбузов дома. Семена арбузов проходят 3 ступени обеззараживания: прогревание, замачивание и скарификацию с посыпкой стимулятора. Прогревание на пару, в воде или в духовке при температуре не выше 50 градусов по Цельсию. Это убивает споры грибков, подавляет болезнетворные микроорганизмы, которые могли быть на оболочке. К следующему шагу семена арбузов пойдут чистыми. Замачивание в воде с марганцовкой или соляном растворе. Еще один этап обработки. Семена окунуть на 20 минут в теплый раствор, а затем промыть под проточной водой и просушить. Скарификация. Удаление верхнего слоя оболочки семян. Делается это наждачной бумагой, пилочкой или ножом. Нужно немного поскрести семена арбузов, но не снимать всю корочку. В полученные бороздки засыпать корневин или гетероксин. Стимуляторы роста быстро пробудят семена и заставят их внутренних зародышей продвигаться к поверхности быстрее. Грунт для арбузов в домашних условиях. На следующем этапе обработанные семена арбузов отправляются в грунтовую смесь. Землю набирают с участка или покупают. В домашнем рецепте не должно быть свежего навоза. Допустимо добавить несколько ложек минеральных компонентов на универсальную или садовую землю, которую перемешали с песком. Другой вариант, как вырастить арбузы, это посадить семена в торфяные горшочки, а затем в них же высадить в открытый грунт. Когда высаживать арбузы на участок? Пересаживать арбузы на участок после появления всходов на 30-й день с момента развития второго листа. Из общей смеси арбузы пикируют, вынимая из земли, а те, что росли в торфяных горшочках, переносят сразу на участок и прикапывают. Дополнительное утепление – накрытие срезанным горошком бутылки. Температура воздуха для арбузов от 15 до 20 градусов. Как углублять? На 10 см лунку. Поливать каждые 4 дня, но проверять состояние земли. Удобрение. Мульчировать компостом после посадки, не насыпая поверх корневой шейки. Добавлять перепревшую органику маленькими порциями в начале сезона. Вводить минеральные удобрения. Хотите узнать, как посадить арбузы на Дальнем Востоке? Тогда читайте на сайте Teenage Info «Арбузы в Сибири. Выращивание в грунте». Пишите в комментариях о том, как вы выращивали арбузы в открытом грунте.